Ежегодно в мае на грибном канале в Крылатском проходит массовый турнир по плаванию на открытой воде. Нынешний сезон исключением не стал. Более 1000 участников разных возрастных категорий, разного уровня подготовки и мастерства, и все они объединены любовью к воде и плаванию. Организатор массовых заплывов – спортклуб КПРФ, который уже в 5-й раз проводит турнир под названием «Кубок чемпионов». Любой участник заплыва – это уже чемпион. Основная цель – привлечение населения к здоровому образу жизни. Принять участие в заплывах мог абсолютно любой человек. Главное, чтобы не было противопоказаний по здоровью, ведь температура воды составляла всего 18 градусов. На выбор три дистанции. Наибольшей популярностью пользовалась одна морская миля – это 1852 метра. Самые смелые и выносливые плыли 5 километров. Завершал же водный праздник заплыв на 1 километр. Атмосфера просто превосходная, да, здесь все как объединены одной идеей, и просто рад, что являюсь частью этого праздника и участвую здесь, просто супер. Хочется, чтобы еще и 1000, и 2000 участвовало в следующие года. Дальше только, чем больше народу, тем лучше и веселее. Наша цель как раз есть массовость. Мы хотим, чтобы собирались, чтобы люди начинали заниматься спортом, не сидеть дома и смотреть телевизор, да, смотреть спортивные мероприятия, а приходить и самим принимать участие. Потому что вот сегодня даже видно, насколько это близко, да, просто пришел и поплыл. Не надо там каких-то отборочных соревнований, что-то такое. Пришел, поплыл. Главное захотеть.